Всем привет, ребятки, с вами я, Саша Кирилла, и добро пожаловать на наш лик. Ну и сегодня мы с вами играем в ПК XD. Как вы увидели, у меня теперь поменялась превьюшечка, теперь у меня будет настоящая такая секретная коробка из ПК XD. Ну и вот так, короче. Да, ребята, первью вот такое, вы сейчас такое же первью видите, ну, в принципе, картинку. Я очень давно не снимала ролики про ПК XD, в смысле, недавно. Я просто вчера не снимала вам, или снимала. Ну, короче, сегодня у нас появились плюс две секретные коробочки. Вчера появилась одна, сегодня вторая. И да, сегодня мы с вами будем брать седьмую и восьмую коробку. Да, ребята, вы мне скажете, почему я так быстро взяла телефон, так вот, потому что я быстро взяла его. Ладно, так, ребята, сейчас подождите, у меня уже ПК XD загрузилась. Я забираю сегодня 5 самоцветиков. Давайте так, собираем. Все, ребята. Сейчас я переоденусь, мой костюм, и мы с вами начнем. Так, все, ребята, я открылась, я уже здесь. Все, ребята, давайте мы с вами будем собирать. Итак, конечно же, давайте мы с вами сначала соберем, которая у нас вчера появилась. Да, ребята, вот она. Вот ее все видят. В принципе, вот она. А, у нас, в принципе, 3 появилось. Конечно, там она на солнце, конечно. А, но в следующий раз мы с вами снимем 8. А сегодня, в принципе, 6 и 7. Ладно, ребята, окей. Сначала нам нужно добраться до нашей. И, кстати, вот, посмотрите, вот этот вот скейтборд, он теперь тоже доступен. Помните то лето 2021, когда только это было первое событие в ПК XD, наверное? Помните? А, это не первое было, тогда Хэллоуин. А, нет. А, это первое событие было в ПК XD. А, разрабы, конечно, там так потрудились. Очень так потрудились. Кстати. Ладно, ребята, давайте мы с вами, конечно же, собираем наш этот костюмчик. Кстати, мы до Луны с вами долетим вот так, то что у меня совсем немного осталось денег, я тут арендую вот это вот. Так что вот так. Ладно, ребята, окей, сейчас у нас прибавится прыжок. Вот, ребята, мы с вами его прибавили. Блин, почему так? Вот почему так всегда? Блин. Ладно, давайте сфоткаем-то хоть. Господи, как я тут буду фоткать? Так, ладно, вот. Блин. Непонятно, как это получилось, конечно. Ну ладно, так, сохраняем. Блин, ладно, мне придется как-то пэт-шоп забраться. Ну и вот, ребята, мы, конечно же, с вами ее потом соберем. Ладно, так. Блин, где... А, вот она, я ее просто потеряла. Ладно, так, окей, ребята, итак... Почему я не могу? Мне очень всегда интересно, что в секретных коробочках. Даже еще интереснее, чем в других каких-то... боксах. Ладно, так. Мне нужно как-то подлететь еще туда к коробке. Да блин, у меня действие закончилось. Ладно, ребят, давайте мы с вами, конечно же, опять возьмем Power Up. И, кстати, вы знали то, что Little Big не выпускают клипы, так как они переехали в Лос-Анджелес. И, кстати, 18 июля... В 2022 год, в смысле, в наш год. Вчера туда, ну, в смысле,
18 июля высунулась луна, что даже все американцы ее видели. Наверное, даже Little Big тоже видели. Даже видео есть. Так что вот так. Она мне сразу в шорте себе попалась. Ладно, так, все, 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 все собираем. Вот серьезно, классно. 200 монет. О, хорошо, у меня хоть монет прибавилось на следующий ролик. Ладно, ребят, давайте дальше. Сейчас я перемещусь на зону, где у нас следующая секретная коробка. Все, ребят, я уже здесь, конечно, вот она где была. Ой, блин. Вот, смотрите, вот она, наша секретная коробочка новая. Ладно, так. О, пакет Зайлы, как всегда, опять сдырили. И опять моя подружка-акула. Блин, почему у меня... У нас, блин, зарплату вырубили. Вы только посмотрите. Сейчас... Вот, я уже умею, так что, ребята, давайте. Вот я вам покажу то, что вот работа платежной системы Google Play. Вот зачем они, блин, по ошибке, блин, отключили? Я, блин, платила в токи-бойки, блин, за неоновый дом. Я все платила в токи-бойки. Ну, блин, ну почему они, блин, вырубили? Если что, у меня в токи-бойке все осталось. Ладно, ребята. Ну и, конечно же, донатила в своем богатом аккаунте, когда я еще снимала ролик, где мы, типа, и где шли... Хайто, это был вовсе не айто. Просто я еще английский не понимала. Ладно, ребята, окей, нас идет 7 минут уже. Так что, ребят, давайте мы на этом будем заканчивать, ребята. Так, все, ребят, давайте. Так. Ой. Так, окей. Все, ребят, мы должны как-то сфоткать. Блин, я даже боюсь. А, ну да, я же могу прыгать. По высоте со скоростью света. Ладно, так, давайте мы с вами, конечно же. Автокос! Опять самоцвет, классно! Ладно, ребят, давайте мы, конечно же, с вами что-то купим в магазине, так как я, у меня самоцветов прибавилось, да, ребята? И у нас, в принципе... так. Теперь даже тут... Какую-то куклу поставили, которая язык показывает. Зачем ты язык показываешь? Ты с ума сошла язык показывать? Кстати, кто не знает, сейчас, кстати, неделя кодов автора на самоцветы, 30 самоцветов. Так что, ребята, вы пока можете накопить, конечно, коды автора. Я, к сожалению, вам не делаю ролики, так как я их даже еще не вводила, потому что они еще даже... Срок истек. Ладно, так. О, геймер идет. Привет, ты попал в ролик. Да, надеюсь, что это не мой подписчик. Сандор, привет. Что такое? О, Саш, мы же с тобой в школе в ПКХД. А, ну да, давай, кстати. Я с тобой еще не дружу в ПКХД, но мы с тобой, в принципе, в школе в ПКХД встречаемся. Ладно, ты тут новичок. Да нет, я не новичок. Нет, блин, где нет? Мне нужно нет написать. В принципе, это поиск, если что. Нет. Что? Это там? Что вы, блин, хэппи? Что вы, блин, джемал? Что вы, джем? Радость! Джем-радость! Вы что такое тут делаете, господи? Если что, это два брата Саши ученого. В смысле, мои братья в ПКХД. Блин, вы что тут делаете? Мои младшие братья. Если что, ладно, вот так. Вы что тут делаете, господи? Хэппи, Дженнел, что вы тут делаете?
Мы ничего не делаем, прости. То, что мы здесь делаем. Вы что, блин, в ожидании? Вы, блин, со мной даже отружились, серьезно? Да, отружились, ха-ха-ха-ха. Ладно, короче. О, Дженна, спасибо огромное. Ты тоже хэппи, блин, подружайся. Я же тоже веселая, блин, сейчас их догоню, короче. Так, дружись. Что ты, блин, свинью мне дал? Ладно, уходи, короче. Я буду любить Джемова. Ладно, короче, ребята, давай. Вот это мое. Я вот это я прям хочу. А, блин, мне придется будет опять добрать самоцветы. Блин, у нас уже 11 минут идет ролик. Ладно, ребята, так. Окей. Так. Я сказала утка. Офигеть, да? Короче, я надеюсь, что вам этот ролик понравился. Все подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Ну а также забудьте ставить колокольчик, чтобы не пропустить все мои новые видео. Все подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Дурип!